Вот первые такие забросики. У меня G-Creek, у тебя что, G-Creek, нет? G-Creek, Whitebait. А, вот это я так Watermelon не купил. Откладывал, не купил. Окунь с икрой. Мы же как живодеры. Сейчас заберем его, мы все забираем тоже. Забираем икру. А забираем икру, а окунь выбрасываем. Сейчас так делается. Вот новая приманочка, это у нас забыл. Так и называем. Забыл, как же ее. Yoshionix, во. Да, Япония. Толстяк. Да, такой толстяк. Вообще. Ну что, вот заброс номер два, вроде бы. Второй окунь. Yoshionix сегодня будет работать, пока не перестанет клевать. Сашок. Тород-доород, Сашок. Блин, с камерой не чувствую, ни хрена. Вот, чувствую, что взялась. Ты не подсекаешь. Как тут подсечу, что надо наверх резко тащить, вот оно все дело же. Был. А, был поддет. Поддет был. Челюсть нижнюю. Такой, да, опытный. Ай, своими щеками воткнул меня. Чтоб тебя. Все, отправляйся к своим. Как и ожидалось, дерзкие поклевки окуня закончились. Окунь испугался и отправился на дальний кордон. Такую. Испуганный вечно. Вот такой мужчина попался. С икрой. Мужчина с икрой. Нормально. Второй ёж. Хорошенький. Опять ты на что поймал? Whitebait. Ты только на них поменял. Ложишь крызи, да? Да, он не открытый. Они... Не уморился на них. Все остальные овсеки. Это крызифиш, он должен вылететь. Так, а мне надо другую приманку. В лидеры выйдет крызифиш. У него надо 4 рыбы, он уже поймал. Кстати, у меня новая приманка в Crazy Fish занесена, в Типсе. Не хочу ее никак обзывать. Она точно такая же по цвету, с блесками. Которую батя купил с рук. Она у тебя Crazy Fish, или как? Или... Да, ну, она летает от кого-то. Бешание. Наверное, это рекорд. Из икры сейчас только вышел. Только родился. Да, только родился и приходился. Его утонут в микро. Прославился микроджи. Дядька будет рад. Он в инстаграме частенько мне лайки ставит, который отливает эти приманки. Отставься. Отливает. О, жердяй. Смотри, там этот. Какой жердяй, что здесь понравился. Тест. Пять ершей. Сейчас вот танта полетит в воду.
студия. Да, спасибо. За кадром вспоминаю. Сильный бой. В общем, этого никто не знает. В общем, тут цвет такой он не любит. Ну, мы сейчас опять будем пробовать разлавливать. Рабочий Polaris. Так, отводной. Вот это отводной окунь, поводок. Аленька сильно заглотил-то. Еще прямо один. В губы попал. Да. Вот он. Так что отводной работает по ветру, хочу сказать. Только поклевки не особо чувствительны. Я почувствовал. Тут. Я подсекся. А. Мощный. Сдувает ветер. Это ветер. Это окунь. Что такое? Ой, глаз пробил, бедняги. Ё-моё. Да, жевал. Ну, все-таки вот эта подсечка. Вот это вот, знаешь, 45 градусов влупить. Вот это да. Это ад. Вот арбач. Попался такой гершун. Сейчас была поклевка у меня на типсе, который отливает какой-то местный малый. В общем, клюнула щука, похоже. Раз так отсекла зазубринками мою флюорокарбоновую леску. О, засели. Нацепились. В общем, неудача произошла. Сейчас перевязался опять. А тут началась раздача ерша. Он подошел, когда перестали вот это кидать ему второй под нос. Он подошел. Так, стесняясь так немножко, жеманичая подошел. Или жемяничая. Жемяясь. Вот. Ветер у нас, порывы превратились в мне порывы. И дует все время. Уже не похоже, что завтра его не будет. Имел неосторожность перейти сейчас на ловлю щуки. Ну, хватило меня на 3-5 минут, сейчас я уже вот снова на ерша. Причем нормально так насадил, видишь? Гляди. А где Рузик? Я тоже этого не знаю. Да, на без загрузки. Один Polaris отличился. Будем его извлекать. Вот. Зажигание. Горошек. Там они только вот такие. Не потянул, не смог сорвать его с места. Там. С места не смог. У нас немножечко стих ветер. Это уже грандиозно. Я перешел на Yoshonix. Сейчас оборвал приманку. Обидно, почему оборвал приманку. Резко оборвал просто. Вел и оборвал. Вот она, даже не было шанса у меня что-то попытаться. Как будто бы ее кто-то мне отрезал. Что ты там играешь? На струнах. Вот так разлавливается нано-мино. Crazy Fish. Так сказать, клевое место в деле. В общем, возникла сейчас такая мысль, чтобы... Подожди, иди. Хватит его отбердить. Чтобы клевала у нас белая рыба на наши мелкие приманки, мы хотим на следующую такую рыбалку, если вдруг предоставится, взять прикорм. Это уже совсем будет наглость. Кто-то так и пользуется.
Ну, а что? Кто-то акулу прикармливает. Мясо. Кровь туда, мясо, да, выливает воду. А у нас вот так. Кидаем вокруг сетки этой. Пойдет рыба. Просто обловимся. А вообще затишье сейчас не хочет клевать. Это слоупонг. Жаберный подземный. Повезло ему.